Добрый день. А кто ЖКХ это? Да, а разметка когда будет у нас здесь? Это первый вопрос, который Дмитрий Владимирович задал во время обхода городского округа. Асфальт на Московской улице поменяли еще несколько недель назад, а разметку на пешеходном переходе так и не нанесли. Не, если завтра кого-то собьют, кто будет отвечать? Кто в тюрьму? Ты будешь садиться, Журавлев? Глава городского округа Дмитрий Волошин обошел основные улицы, чтобы проверить, как в Химках проходит благоустройство. Говорит, это еще и хорошая возможность пообщаться с жителями. Ольга Торчинская случайно встретила главу на улице и подошла, чтобы обратить его внимание на проблемы своего двора. Это двор, мое детище. Я вас просил сюда приехать. Счастье, что вы приехали. Ольга Николаевна попросила починить ограждение рядом с домом и посадить газон возле парковки. А еще ее волнует состояние ливневой канализации. После проведения ремонтных работ и замены асфальта во дворе после дождя появляется большая лужа. Это вызывает беспокойство у жителей дома. Я вам дам человека в ЖКХ, специалиста, который пройдет, посмотрит все замечания. Все, что можно устранить, он устранит. Ольга Николаевна пообещала прийти главе на личный прием и рассказать о результатах проделанной работы. Также много вопросов вызвала дорога на улице Маяковского. После замены бордюра по краю проезжей части остался неотремонтированный асфальт. Голова попросила отчитаться, как будет произведен ремонт. Улица Маяковского также находится сейчас в ремонте, поэтому сейчас была замена бордюрного камня, а по-другому бордюрный камень не меняется. Сначала снимается асфальт около бордюрного камня, кладется бордюрный камень, потом кладется асфальт. Полностью заменить дорожное полотно и покрасить забор вдоль дороги должны в течение 3 недель. Знаешь еще какая история? Вот тут есть эта остановка, на которой все время мусор. Или мы ее прошли уже? Нет, вот это как раз, да. Я просил сделать там большой бак. Вот сделали или нет? Но на остановке магазин «Мелодия» Дмитрия Владимировича ждало разочарование. Новый контейнер так и не поставили. Она постоянно завалена мусором, вот эта урна. И я давал команду здесь сделать большую урну, потому что тут людей много, трафик большой. Поставь здесь большую урну, когда будет стоять? Новый бак обещают поставить в ближайшие несколько дней, а заодно и починить электрический щиток, у которого хулиганы оторвали крышку и набросали мусор. Далее глава проверил, как продвигается ремонт подъездов на Ленинградской улице. С внутренней стороны и по всем остальным этажам выдали такую фактуру. Зашпаклевали полностью все стены. Снизу и до самого верха. В этом году в Химках должны отремонтировать более 400 подъездов. Рабочие зашпаклюют и покрасят стены, а также поставят новые двери и поменяют окна. В течение лета в городском округе полностью благоустроят 29 дворов и установят 7 детских игровых площадок. Ну а пока мы готовили этот материал для эфира, рабочие уже выполнили указания главы. На пешеходном переходе через Московскую улицу появилась новая разметка. Александр Гузаев, Алексей Сыченко, новости Химки ТВ.